Нино Честнер, она москвичка. Она представляет студию «Баланчино», педагог Майя Баланчевадзе. Музыкальная композиция, которая состоит из двух частей. Первая – «Падам-падам» на слова Анри Конте и музыку Норберта Глансберга, взрослым нам, взрослым она очень хорошо знакома, в исполнении Эдит Пиаф. И вторая – это «Вечная любовь» Шарля Азнавура на музыку Жоржа Гарваренца. Thank you.